Сила духа, хорошая физическая подготовка и воля к победе – этими качествами должны обладать спортсмены, которые бьются за право представлять Россию на международной арене. В Самаре прошел чемпионат России по борьбе на поясах. В город приехали спортсмены из 40 регионов страны, всего 250 атлетов. В Самаре собрались сильнейшие спортсмены по борьбе на поясах. Сегодня у нас схватки. Я очень рада, что и наши самарские спортсмены тут представлены, уже участвуют в финальных схватках. Очень надеюсь на то, что войдут в состав сборной команды России и будут нас уже на международной арене представлять. Борьба на поясах – один из самых древних видов спорта. Им занимались в Центральной Америке, Африке, Азии, Европе еще несколько веков назад. Несмотря на это, первый чемпионат мира прошел только в 2002 году. Поэтому сейчас этот вид спорта только набирает популярность среди молодежи. Как и любое спортивное событие, такие соревнования помогают в реализации национального проекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Участвуя в баталиях, юные атлеты приобщаются к здоровому образу жизни. Почему молодежь выбирает? Потому что на сегодняшний день борьба на поясах стала понятна для всех. Все национальные виды борьбы объединены вот именно в борьбе на поясах. Победители всероссийского этапа прошли на чемпионат мира по борьбе на поясах. Битва за кубок состоится в Казани в ноябре. У спортсменов из Самарской области есть все шансы достойно представить свой регион и занять призовые места. Светлана Кудрявцева, Анатолий Головко, Константин Головин. События.